radiomuscom.ru. Магия музыки. Открытая студия на radiomuscom.ru. Здравствуйте, дорогие друзья! Открытая студия вновь принимает дорогих гостей. И сегодня с особой радостью и гордостью хотим сообщить то, что в нашей студии не просто гости, а номинанты Национального театрального фестиваля «Золотая маска», солисты Новосибирского музыкального театра. С вашего позволения я уже могу их представить. Это Анна Ставская, Александр Крюков и Никита Воробьев. Здравствуйте, ребята! Привет! Вот так дружно поздоровались, и самое главное, на лицах улыбки, и радость переполняет сердца. С чем мы вас, ребята, поздравляем. Что чувствуете? Рассказывайте, какие ощущения? Ну, я вот сейчас померил уровень стресса. Уровень стресса слабый. Значит, все в порядке. А какие ощущения? Дальше продолжаем в том же духе работать, искать что-то новое, не забывать старое. Оттачивать мастерство. Вообще получилась очень забавная история. Дело в том, что 20 ноября церемонию переносили, она должна была состояться где-то в первых числах ноября, но случилось просто невероятное. 20 ноября спектакль «Фома» и пресс-конференция, на которой мы узнали, кто же будет номинантом этому спектакля. Скажите, легко было играть в день объявления номинаций? Какие эмоции испытали? Ну вот, кстати, интересная история. Было бы, конечно, спокойнее и веселее, если бы в конце объявили там на поклонах. Да, но с другой стороны, я так себя поднастраивал, думаю, наоборот, это нам поможет, мы сейчас как вдарим там. Анюта, а у тебя какие ощущения были? Вот тебе сказали, ты номинирован на маску. Но ты же уже второй раз номинируешься, ты уже являешься дипломантом за спектакль «Римские каникулы». И вот вторая номинация. Расскажи, что чувствует вообще номинант? Потому что обычным людям интересно, как же это вообще происходит? Как номинируют и как потом люди едут на маску, волнуются, сердце стучит? Что тут скажешь? Это приятно, в любом случае, это адреналин, с одной стороны адреналин, а с другой стороны какая-то мера ответственности ложится на плечи, что надо как-то дальше держать тот уровень, который отметили уже, да, номинировали, и умудриться еще дальше шагать, дальше расти. Вот. Поэтому двойственное, очень двойственное впечатление, ощущение. Вот. Да, Никита правильно сказал, работаем, продолжаем дальше работать. Работаем, продолжаем работать и совершенствоваться. А как восприняли ваши близкие, друзья? Что они сказали? Ведь дома поддержка максимальная, и даже вот когда ты собираешься на спектакль, едешь, все равно тебя как бы так благословляют. Твои домашние говорят, ну, вот доченька твоя, Аня, говорит, мама, будь сегодня молодцом на сцене. Как вас поддержали ваши родные, близкие? У меня, кстати, Полин настолько спокойно отреагировала, что я даже не знала, что ответить. Дело-то привычное. Она сказала, я вообще не сомневалась, что Фома хороший спектакль. Ну так, чтобы не лукавить, на самом деле, действительно, большой неожиданности ни для кого не стало, я думаю, потому что спектакль хороший, за него не то, что не стыдно, а как бы все на 100% укладываются и удовольствие огромное получают просто от работы даже, а это как бы, ну, уже показатель чего бы то ни было. Да, и показатель... Те отзывы, которые пестрит интернет, вот, там очень много таких восторженных отзывов о спектакле, о персоналиях. Но как вам кажется, с чем это связано вообще? Почему популярен этот спектакль? Казалось бы, рок, но он оказался близок даже тем людям, кто совершенно
не знает такого понятия. Нет, он знает, конечно, о ее существовании, но, так скажем, не дока, не разбирается в этом направлении. Люди классического какого-то такого склада ума, да, мышли. И тут вдруг рок, и все выходят в диком восторге. В чем секрет успеха этого спектакля? Во-первых, мы не про Led Zeppelin ставили, и там, не знаю, как бы ДДТ, это его поют дети пятилетние. Просто даже и там с пеленок эти песни все знают, я не знаю, откуда, где-то для них. Саш, ну это практически ты... народная музыка уже, я не знаю даже. Да, это ты пел с пяти. Национальное достояние. Я нет. У меня вот сын знает все песни. Хотя он, наверное, на репетициях наслушался. Родина. Это все он мне где-то записывал на диктофон. Играет человек где-то там и пищит. Это все. Аня, а ты как считаешь, в чем секрет успеха Фомы? Да вот сложно сказать, мне кажется, тут много факторов. Наверное, самый такой вот важный, решающий, то, что этот спектакль, он как бы близок к человеку, сидящему в зале. Он как бы вот про каждого из нас. И то, что артисты выходят в зал, да, вот такой близкий контакт, по крайней мере, вот кто делился со мной впечатлениями, и зрители, их вот это вот больше всего, как сказать, греет, что они становятся участниками действия. Сама атмосфера, да? Да, что вот, вот такая атмосфера, как не на спектакле, а будто бы это есть вот жизнь здесь, сейчас, вот в этом зале. Это очень нравится людям. Ну и та атмосфера, которая создается в конце спектакля, когда идут объятия. Мы, кстати, очень сильно переживали на этот счет. Угу. Сохранится ли вот та самая сцена? Нет, люди тянутся, обнимаются, улыбаются, подпевают. Вот, людям нравится, что они могут участвовать в этом действии, в этом процессе. И еще я от многих слышала, что сами песни Шевчука они услышали по-другому, по-новому. И как бы смысл для них раскрылся с какой-то другой стороны всех этих песен. Просто сам сценарий, да, вот то, как они друг за другом выстроены в какую-то жизнь, судьбу, позволяет людям как-то по-другому, по-новому посмотреть на тексты, на песни Шевчука, переосмыслить какие-то вещи. Это тоже очень важно для восприятия. Вот поэтому вот рождается что-то новое здесь и сейчас. Ну, кроме того, мы все там были, даже 80-е, 90-е, даже кто не был там, они... Когда не пускали на сцену, и людям не до музыки было. Да, но удивительно, что одинаково хорошо принимают и те, кто был в том времени, и те, кто вроде как бы практически его и не застал. Ну вот, Никит, ты все-таки больше к, так скажем, молодому поколению относишься. И не знаю, насколько было тебе близко до этого спектакля творчество Юрия Юлиановича Шевчука, группы ДДТ. Но вот хотелось бы твое восприятие всей этой музыки, вообще всей этой истории. Истории не только русского рока, истории не только музыканта, но еще и история страны. История страны, история музыканта. Да нет. Ну что-то слышал, может быть. Это, конечно, мы слышали. Я что-то не настолько молод, чтобы не слышать ДДТ. Мне больше всего в постановке понравилась это та свобода, которую дает режиссер нам, что каждый раз, выходя на сцену, ты можешь попробовать что-то новое. И это не будет выходить из рамок, потому что та свобода, которую он сделал в самом спектакле, она позволяет тебе в этих условных рамках трепыхаться и придумывать что-то новое, что-то интересное. Поэтому этот спектакль будет очень долго и... Да, а что касается истории страны, все повторяется, все циклично. Я думаю, что и сейчас время у нас такое, на которое очень ложится эта история. Вполне возможно, что когда-нибудь создадут историю уже на сцене про 2020 год. Да. Все может быть. Да, кстати, сейчас действительно
достаточно переломные какие-то события исторические. Ох, и грустная сказка получится. Происходит. Поэтому, возможно, еще и поэтому так созвучно это все. И тем не менее, вот в этой грустной сказке, как сказал Саша, происходят такие приятные мгновения жизни, как спектакль рок-мюзикл «Фома» и номинации на лучший спектакль в России. Вот так. Дорогие друзья, мы ждем от вас вопросы. Несколько вопросов уже у нас накопилось. Ну а пока послушаем песню в оригинальном исполнении группы ДДТ. Актриса «Весна». Актриса «Весна» после тяжкой болезни снова на сцене. Легким движением спорхнув на подмост оттаявших крыш, читает балет о кошмарной любви и прекрасной измене, танцует стихи о коварстве героев и верности крыс. Сиренил галерки влюбленных, в залатанных фраках фасадов заполнили партер дома. Актриса «Весна», актриса «Весна», позволь нам дожить, позволь нам допеть до весны. Мусолит ларнет в императорской ложе. Мрачно ворчит о расшатанных нервах, что греть не резон. Приподнимает за подбородки улыбки прохожих, и крестясь открывает 75-й театральный сезон. Актриса «Весна», актриса «Весна», позволь нам дожить, позволь нам допеть до весны.
актриса весна. Актриса весна. Позволь нам дожить, позволь нам допеть до весны. Кто бы мог подумать, что вот эта фраза из песни «Актриса весна» будет столь актуальной. Позволь нам дожить, позволь нам допеть до весны. Мы, конечно, свято верим в то, что ситуация будет весьма радужная, никаких проблем ни с каким коронавирусом не случится, и мы поедем в Москву и покажем москвичам, кстати, очень много желающих среди жителей столицы посмотреть на то, что мы тут сотворили. Но это действительно, я думаю, что и питерцы обязательно подтянутся к нам, но и новосибирская бригада, я думаю, что тоже будет с нами. Во всяком случае, я вспоминаю, как было на римских каникулах. Целая делегация, наш фан-клуб, приехали нас поддерживать. Вполне возможно, что и в этот раз будет абсолютно так же. Открытая студия на радио muskom.ru. Ну а я хочу напомнить, в нашей студии солисты Новосибирского музыкального театра, номинанты «Золотой маски» 2021 года, Анна Ставская, Александр Крюков и Никита Воробьев. А сразу скажу, да, вот, ребята, вы уже можете видеть. Это я напоминаю тем, кто только что подключился к нашей видеотрансляции. У Александра роль первого плана, главный герой, сам Фома, его муза, его любимая, это Анна Ставская, которая исполняет роль Людмилы, и Никита Воробьев в роли такой непростой. Как зовут того персонажа? Напомните, пожалуйста. Друг Фомы. Друг Фомы. Сашка. Но не только Сашка, он потом еще и превращается такого Александра, да, которого можно называть по имени и отчеству, даже не можно, а нужно обязательно. Но вот об этом сейчас подробно поговорим, тем более, что у нас есть вопросы от слушателей. Но коли уж мы заговорили про сложное перевоплощение из одной роли в другую в течение спектакля, в первом действии вот он такой хипан, Сашка, а во втором действии блюститель закона. Вопрос Никите Воробьеву. Ваш герой весьма неоднозначная личность. Могли бы вы в реальной жизни понять и принять человека, столь кардинально поменявшего свое мировоззрение, чего не смог сделать Фома? Вот такой вопрос от Галины, нашей слушательницы. Смотря насколько человек бы близок был. Ну, вообще, наверное, понять можно его. Почему он поменялся, из-за чего эта обида была на лучшего друга, можно так сказать. Почему так это все произошло, можно все понять. Сочувствую ли я ему? Да, сочувствую. Но я не очень рад, что так получилось, и что, к сожалению, по тексту пьесы, по сюжету пьесы, они не стали снова друзьями. Ну, то есть Фома не смог принять его решение. Он и говорит, ну как, ты же хипан. Ну, и вдруг абсолютно себя кардинально поменял. А вот... Честно, я не Фому не понимаю в этом плане. Не Сашку тоже, который так кардинально жизнь поменял. А вот другой персонаж, который третий, который был таким пацифистом, и вдруг ушел на войну, где погиб. А тут о мертвых либо хорошо, либо ничего. Угу. Так что как-то так. Понятно. Есть такое мнение. Вопрос Александру. По моим впечатлениям, это тоже пишет Галина, в спектакле «Фома» музыка как-то особенно вдохновляюще воздействует на вас. Как будто ведет за собой, и вам, по ощущениям, даже не приходится прикладывать дополнительных усилий, чтобы выразить определенную эмоцию. Все рождается само собой.
из музыки. Вам действительно легко работается в этом спектакле? Да. Кратко, но ёмко. Мы занимались же присвоением всего этого материала. Как-то сначала было довольно-таки тяжело, потому что Шевчук личность неоднозначная. Не то чтобы неоднозначная, как раз таки наоборот, с ним все понятно. Это как бы эпоха практически. Все равно вот музыка сложная, глубокая, интересная. И с ней как-то нужно было соединиться. А это потребовало довольно больших усилий. Но приятных. Как бы эта работа приятная, интересная. И она как бы не то чтобы работа, в понимании таком, что это тяжкий труд, и надо там поле пахать. Вот. Но в какой-то момент случилось так, что оно все как бы легло уже просто, и ты в этом растворяешься и существуешь. Угу. Это здорово очень. Мы искренне надеемся, что такое же будет мощное воздействие на московском показе, и эта музыка, и вот это ощущение вот, какой-то удивительной, наверное, истории, которая происходит на сцене, буквально с первых аккордов, когда в зал заходят артисты, вот там такое происходит слияние, да, со зрителем, с их эмоциями. Очень на это надеемся. А есть еще такой вопрос, который адресован Анне Ставской. Когда на «Квартирнике» звучит песня «Новое сердце», ты же по сценарию первый раз тогда видишь Фому, да? И вот тебя зацепляет вот это, ты начинаешь танцевать. Отсюда и вопрос. Это постановочный номер или хореограф во время репетиции предоставил тебе полную свободу воспроизведения этой музыки, и ты вот какой-то такой рисунок создала сама? Немножечко подытожу. На спектакле ты выполняешь четкий какой-то рисунок сделанный, или это вот такой порыв души? Ведь не зря говорят, вот роль проживает артист каждый раз по-разному, в определенных рамках. Ну вот расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, Ярослав Францев вообще такой нестандартный достаточно хореограф, в том смысле, что скорее он дает какой-то принцип, рассказывает о принципе рождения танца, так скажем. И в этом принципе, когда человек его осваивает, дает свободу. Не знаю, понятно ли я выразилась. В общем, есть какие-то определенные задачи, эмоциональные, физические, и внутри этих задач есть свобода. Вот поэтому каждый раз, то есть определенного рисунка нет пластического, но есть определенные задачи. И поэтому каждый раз получается немножко иначе на каждом спектакле встроиться в пластический рисунок. А вообще импровизации много было в этом спектакле. Ярослав, я знаю, он достаточно свободно работает, и в первую очередь он идет, конечно, от пластики артиста. Но вот вы ему что-то подсказывали по, так скажем, пластическому решению своего образа? Или он уже что-то такое придумал, нарисовал и создавал уже по своим лекалам, так скажем, да? Ну, вот безусловно, это его творение. Вот, просто это, скажем так, союз. Союз. Есть какая-то такая... Он скорее хореограф-философ. Вот так. Больше работает с энергиями, с проявлениями, с рождением из мысли пластики, вот так скажем. Вот, поэтому, конечно, основа есть.
Ну, замысел как бы имеется, а дальше уже он дает так называемый язык, то есть из которого как бы уже там ты тоже на себя это все. Есть платформа, на которой ты существуешь относительно себя. Вот так. Я думаю, что мы понятно объяснили, как это рождается. Может быть. Да, на самом деле творчество — это штука такая... порой непредсказуемое, и порой в слова это как-то так выразить словами очень, очень сложно. Это все-таки эмоциональное восприятие действительно. Да, но мне кажется, достаточно, в общем-то, все понятно. Это, конечно, не постановочный танец, не балет, где есть четкий рисунок, четкое исполнение каких-то па, там, прыжков и так далее. Нет, это нечто другое. Нечто новое. Ну да. Как новое сердце. Непривычное, непривычное, так скажем. Давайте вот этот номер сейчас послушаем, с вашего разрешения. Но сразу хочу сказать, это... Анна станцует. Да, Анна станцует, да. За кадром. Нет. Сейчас. Итак, мы договорились. Анна танцует за кадром, а мы с вами слушаем песню «Новое сердце» из спектакля «Фома». Как раз фрагмент. Метель августа, а под небом... Дорога стелится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо и правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу, сном неправедным. Я по засухе, ведро полное. Между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет, но всегда, пожалуйста. Новое сердце взорвется над нами, новая жизнь позовет за собой. И освещенный седыми веками я, как на праздник, пойду за тобой. Небо звездное, руки августа, дороги машин метелица, что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста, ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени. Недошедшего, да недоставшего, жду от нового века белого продолжение, понимание, что мы часть всего безответного, что мы ночь всего ожидания. Новое сердце взорвется над нами, новая жизнь позовет за собой. И освещенный седыми веками я, как на праздник, пойду за тобой. Новое сердце взорвется над нами, новая жизнь позовет за собой. Седыми веками я,
Продолжаем наше общение в открытой студии «Радио Муском». Александр Крюков, Никита Воробьев и прекрасная Анна Ставская сегодня с нами. Номинанты Национального театрального фестиваля «Золотая маска», спектакль, рок-мюзикл Юрия Шевчука «Фома». Вот такой вопрос, ребят. Как справляетесь с волнением перед конкурсом? Ну, я понимаю, что конкурс состоится только весной, но наверняка вот есть какие-то у вас такие приемы, которыми пользуетесь очень часто. Ну вот как будете настраивать себя перед конкурсом? Проблемы надо по мере поступления решать. До конкурса еще, правда, долго, а у нас еще две премьеры. Для этого запланировано. Жизнь продолжается. Ну, есть какой-то способ, как побороть волнение? Ну, это же не обязательно перед конкурсным показом. Вот перед любым спектаклем, рядовым, репертуарным. Абстрагироваться. Каким образом? Абстрагироваться. Абстрагироваться, забыть, где вообще находишься. Нет, на самом деле все нормально. До конкурса еще куча времени, но люди подходят, начинают поздравлять. Ой, ну это же номинация на маску. Ой, ну это же это самое. И ты от этого так... Правда, номинация на маску. А что же это такое-то? И так это самое... Но на самом деле времени еще куча. Перед спектаклями ты спрашиваешь, как мы вставаем. Вообще, да, в целом. На четыре, значит, счета вдыхаем. Внимание, лайфхак. И на 10 выдыхаем. И так 4 раза. И все волнение уходит. Отжиматься, говорят, помогает. Ты на тенчик попить. Ты сейчас расскажешь. Аня, ну а... Скажи что-нибудь внятное. Ты уже что-нибудь скажи, потому что с ними разговаривать бесполезно. Может, чай домашний? Ты уже внеси ясность. Это такая штука, с ней бесполезно воевать. Ну, правда, как можно побороть волнение? Ну, если ты выходишь пустой совершенно, ты не будешь волноваться ничего. Вышел, отработал смену и пошел дальше домой. Маленькое же волнение, оно всегда даже подстегивает. В любом случае. Я вот помню, Мария Гавриловна Савинова. Только дураки и бесчувственные чурбаны выходят на площадку не робея. Ну и все. Это точно. Ну больше, ну как? Волнение всегда есть. Конечно. Ну, как с ним справиться? Взять его в союзники, вот. Да, чтобы помогало, если ты... Отлично, отлично. Нерв хороший. И ты на тенчик. Я-то думал, он сейчас расскажет, что надо там вышивать на пяльцах, допустим, что-то сидишь. Вот, кстати, на днях было чудесное интервью с Аней Ставской. Вот тебя уже, наверное, там московские поклонники, Саша, вызывают. Простите. Поставь, Шевчук звонит. Аня рассказывала о том, что у нее есть такое замечательное хобби – рисовать. И вот Татьяна Плотникова, наша зрительница, слушательница, интересуется. Аня, скажите, где вы учились рисовать и не планируете ли сделать выставку своих творений? Вот. Рисование может быть таким отвлечением или, наоборот, настроем? Нет? Нет. Это вообще что-то отдельное. Угу. Отдельное от театра. Не знаю, вид существования. Ну, кстати, выставка-то у Ани была. Была в доме актёра. Она случилась совершенно случайно. Ну, все случайное, наверное, не случайно. Но в любом случае я рада, что так произошло. И какие-то знакомства интересные случились. Общение интересное. И, опять же, поддержка какая-то от зрителей. Всегда это приятно и поддерживает. Вот. Я не знаю, еще какая-то выставка, но если опять так же что-то сложится, звезды, как говорится, сойдутся, я буду рада поделиться тем, что есть. Но вообще это больше как бы для себя. Это вот благодаря той выставке, которая так вот случайно в союзе со знакомой художницей случилась, она мне предложила, и я не отказалась. И это стало как-то вот известно благодаря, что я там что-то там на листочке делаю.
Вот. А вообще это, конечно, больше для себя происходит. И я нигде не училась. Это даже какой-то, не знаю, способ самоидентификации, что ли. Потому что мне самой даже любопытно, вот времени же мало бывает сесть и что-то. Достаточно большой кусочек времени этому уделить, да, рисованию. Вот. Но когда вот случается, да, вот большой был перерывчик, я села, у меня появилось время, и мне даже самой интересно, что за это время во мне изменилось, как сейчас я смогу выразить то, что думаю, или то, что чувствую вот на листе. И интересно, что разница есть. То есть человек вообще удивительное создание, в нем независимо даже от него самого бессознательно происходят какие-то постоянные изменения, росты, падения и так далее. Интересно познавать самого себя. Ну вот как у героя мюзикла, у Фомы, у него же тоже такое познание было и самого себя, и той действительности, куда он, так скажем, пытался окунуться, да, это было и перемещение по разным городам, и московский период, и питерский период. Ну вот, коли уж мы затронули такую тему, хобби, это рисование, это музыка, вот Александр, он музыкант, пишет песни. Да, да. Саш, вот расскажи, что является для тебя таким стимулом для написания песни? Как рождается музыка? Вот мы видели, как рождается музыка у твоего героя. А как у Александра Крюкова это происходит? Долго и в муках. Хочется же сделать все хорошо. 100%. И потом записи откладываются, там годами песни лежат, не пишутся, не записываются. Но это происходит где-то в дороге, ты едешь, допустим, раз пришла какая-то мелодия, ты ее скорее записываешь, или ты специально садишься к инструменту или вот с гитарой и начинаешь творить. Как это происходит? Спонтанно или целенаправленно написание песни? Расскажи об этом. По-разному. Раньше было... Сочиняешь, сидишь, риф какой-нибудь на гитаре, ну просто занимаешься, допустим, как бы, и потом бах, что-то получилось такое интересное, ду-ду-ду-ду, прибавил гармония какая-то, там еще что-то, начинаешь ее развивать, все, ну все неправильно, как не делается, потом сверху текст, ну, как бы все по форме сначала выстраивается, а потом уже начинается, ну, туда содержание как-то. Дорогие друзья, у нас еще есть время для общения, присылайте ваши вопросы нашим уважаемым гостям, +7 993 0111 500 и rmuskom@mail.ru, и также можете оставлять вопросы в окошечке, где видеотрансляция расположена в социальной сети во ВКонтакте. Ненадолго прервемся, опять же, творчество Юрия Юлиановича, замечательная песня звучит в финале первого действия, называется «Дождь», рок-мюзикл, Фома. Сегодня все этому посвящено. Дождь звонкой пеленой наполнил небо, майский дождь. Гром прогремел по крыше, распугал всех кошек гром. Я открыл окно, и веселый ветер разметал все на столе. Глупые стихи, что писал я в душной и унылой пустоте. Грянул майский гром, и веселье бурною, пьящею.
мужем бегай, хоть до самого утра. Посмотри, как носится смешная и святая четвора. Капли на лице, это просто дождь, а может, плачу, это я. Дождь очистил все, и душа захлюпав, вдруг размокла у меня. Потекла ручьем прочь из дома к солнечным некошенным лугам. Превратившись в пар, с ветром улетела к неизведанным мирам. Открытая студия на радио muskom.ru. Вот очень такой интересный ход, когда звучит песня «Осень», получается две жизни, мы можем проследить две линии героев. Фома, у которого все происходит замечательно, он на пике славы, на пике популярности, и в это время происходит жуткая история у Людмилы, да? Ну, осознание какое-то, да, что жизнь кончается. И вот, на мой взгляд, просто гениальное решение, когда Людмила уходит, вот, когда она поет песню «Вороны». Тоже, вот, кстати, пластически очень оригинально решено. Немножечко прокомментируешь. Просто нас наши слушатели попросили включить в эфир эту песню. Мы ее сейчас послушаем. Ну, а пока такой небольшой комментарий. Вот песня «Вороны», когда поет Людмила перед своим уходом. Ну, это уже, наверное, не перед уходом. Да, это скорее уже... как сказать... Уже где-то, душа, душа где-то ее, между, как, да, мирами душа Людмилы. Насчет пластического рисунка, да, вопрос? Да, да. Здесь рисунок четкий, поставленный, задачи четко выполняются. Вот. То есть здесь нет никакой такой свободы, как, например, в первом появлении Людмилы.
на «Новом сердце». Здесь есть хореография, четко выверенная, поставленная. Ну, давайте послушаем, чтобы не быть голословными, вот этот замечательный номер. А придя на спектакль, вы сможете увидеть, как эта сцена простроена, как все это выглядит. Ну что ж, время наше подходит к своему логическому завершению.
Хочу напомнить о том, что спектакль рок-мюзикл «Фома» выдвинут по 9 номинациям. Это лучший спектакль в жанре оперетта-мюзикл. Александр Новиков – дирижер, лучший дирижер, лучший режиссер Филипп Розенков. Елена Вершинина – это художник по сценографии, насколько я помню. Екатерина Малинина – это художник по костюмам, Ирина Вторникова – художник по свету. И три замечательных артиста. Это Анна Ставская, исполнительница роли Людмилы. Роль Фомы играет Александр Крюков и Никита Воробьев. Сашка, друг Фомы. Лучшая роль второго плана. Ну что, ребят, наше время истекло. Осталось только подвести итоги. Во-первых, еще раз от своего лица, от лица всех коллег и всех наших зрителей, слушателей поздравляю вас с этой номинацией. С пожеланием удачи, куража, чтобы все в Москве в апреле прошло хорошо. Ну и ждем с победы. Вот так. Ну а сейчас ваше ответное слово нашим дорогим зрителям. Те, кто приходит на спектакли, пишут в социальных сетях восторженные отзывы. Ну а вот теперь ваши слова. Нашим зрителям. Да. Огромное спасибо. Приходите, мы вас ждем, всегда вам рады. Не болейте. Вот, обязательно ходите в театр. Это тоже лечит. Залечивает. Между прочим, да, правильные положительные эмоции помогают оставаться здоровым. Может, это самое главное. Вот. Поэтому наши зрители всегда с нами. Так вот. Успевайте на премьеру Фомы. Успевайте на спектакль. Пока он еще не уехал на маску. Приходите. Да, я думаю, что он, не привезут, да, думаю, что он надолго у нас обосновался в репертуаре спектаклей. Дай бог был. Мы вам очень рады, очень рады, когда зал полон, когда зал наполняется эмоциями положительными. И это очень классно, здорово заряжает и помогает. Так что мы вас очень-очень ждем. А спектакль «Фома» — это тот самый спектакль. И заряжайте ваши мобильные телефоны. Да, включайте. Для того, чтобы включать фонарики на самом финале нашего спектакля. И подпевайте вместе с нами, как вот в данную минуту. Спасибо за то, что провели с нами это время, с нашими артистами. До встречи в открытой студии. Ну и, конечно, в Новосибирском музыкальном театре. Поцелуи от наших артистов. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут. До утра доживем, наше море вины поглощает. Время, дыра — это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. С нами память сидит устала, а в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была, посмотри на меня, не молчи. И печалик на белой стене, окольцованный черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощанье рекой. Это все, что осталось.
я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Где мечты, где печаль, стакан, мы воскреснув допили до дна. И я не знаю, зачем тебе дан, правит мною дорога луна. Ты не плачь, если не можешь прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, и прощай. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Радиомуском.ру. Магия музыки.